В Химках приступили к обновлению катафотов – умных светодиодов на пешеходных переходах. Одну из первых реконструировали «Зебру» на улице Калинина, около дома номер 7. Самое главное, что есть в городском округе, это, конечно, наши жители. И для обеспечения их безопасности мы начали обновление умных светодиодов на пешеходных переходах. Они накапливают энергию от солнца, а затем вечером специальный датчик понимает, что стало темно, и именно в темное время суток эти светодиоды начинают ярко желтым светом моргать. Около этого пешеходного перехода и раньше были светящиеся маячки, но монтировали их иначе, просто закрепляли поверх асфальта. Испытания колесами грузовых машин и автобусов они не выдержали, так что теперь коммунальные службы подошли к делу намного серьезнее. Под каждую лампочку рабочие бурят отверстия глубиной 7 сантиметров, затем осушают их с помощью ветошек и строительные горелки. Светодиоды, каждый в специальном антивандальном корпусе, монтируют непосредственно в асфальт. Так они становятся практически неуязвимыми для колес тяжелого транспорта, устойчивы катафоты и к температурным скачкам, как, впрочем, и к любым другим капризам природы.